Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, взрослые! Сегодня мы с вами будем делать дом, который построил Джек. Для этого нам понадобится или тонированный лист в голубой цвет, либо голубой картон, клей, зубочистки, немного пшена, немного гречки, картонка небольшая, нитки для вязания желтого или оранжевого цвета, 1,5 метра примерно, и зеленого цвета нитки, примерно 2 метра и 2 метра. И также нам понадобится из коричневой цветной бумаги ствол для дерева. Также вам понадобятся ножницы и маркер. Клеем рисуем контур нашего дома и выкладываем палочками. Внутри наносим клей и заполняем палочками пространство внутри. Здесь выкладываем снизу несколько рядов палочек и делаем перекладину для окошка. Продолжаем выкладывать палочками. Делаем перекладину для крыши в середине и клеем, прорисовываем контур крыши. И палочками выкладываем. Внутри намазали клеем и посыпаем гречкой. Вот такая крыша у нас получается. Желтую нитку берем и наносим клеем по солнышко кругообразными движениями, выкладываем наше солнышко по клею. Складываем нитку, разрезаем ее. И делаем лучики. Намазываем ствол дерева клеем и накладываем его в то место, где вы хотите, чтобы у вас было дерево. Промазываем клеем место, где будет крона, и выкладываем ее зеленой ниткой. Вот наше дерево. Теперь мы рисуем мешок, в котором наш Джек хранит пшено. На картонку наматываем зеленую нитку и разрезаем ее. Делаем траву. Вот такая, ребята, у нас работа с вами получилась. Мы делали дом,
который построил Джек. До скорых встреч!